Друзья, смотрите, вот видите, нам принесли чайничек, и он подогревается все время свечкой. Это с сыром и помидором, пачку. Вот сейчас с картофелем. Смотрите, какая красота. Класс, вообще красиво. Да, море, конечно. Ну, какая гладь. Ну, тихо-тихо. Очень красиво. Только музыка играет. Вот там вот. Сыроварня Новикова, видали? Вот, ладно, уходим с этой, с пляжа, там музыка везде. Да, очень красиво все очень, но ветерок уже дует, жару как красиво. Да, все ж, я встану, сфоткаем. Так, ребята, всем большой привет. Всех приветствую вас на нашем канале. Не забывайте подписываться, пишите комментарии. Нам все очень интересно. Сегодня у нас суббота, последний день отдыха в этом замечательном городе Сочи Адлер, который нам с Женей очень нравится. Вот, но тем не менее, как-то уже хочется немножко сменить локацию и, наверное, отчалить в сторону дома. Как-то немножко уже поднадоело. Хочется уже куда-то движухи. Хочется уже, не знаю, как Жене лично, мне уже хочется немножко какой-то активности и хочется в бой, так скажем. Хочется на дачу что-то там уже начать творить, потому что стоит наша стройка, рабочие без нас ничего не делают. Кстати, дом они уже опустили, землю убрали. Вот, ждут наши команды, чтобы приступить к дальнейшим действиям. Вот, вчера мы ходили еще в Хинкальную, там же не покушали, съели, заказывали эти хинкали с картошкой и сыр, помидор внутри. Ну, это, конечно, вкусняшка обалденская. Вот, и взяли по салатику. Оливье по-грузински, вот называется. Если быть точным. А потом зашли в перекресток. Там купили водички, минералку, сок. Че ты этот сок, короче, купил? Как он правильно называется там? Добрый. Добрый, добрый, так и где он? Добрый. Томатный. У них до этого был по акции, шел добрый литровый, а тут акция закончилась и стала акция на добрый двухлитровый. 101 рубль, что ли, 2 литра. Понимаете, он по вкусу отличается, какой-то более такой водянистый. Что-то у меня от него какая-то аллергия пошла по телу, непонятно. Ведь я выпил, правда, где-то около литра, поэтому что-то как-то он, ну, не зашел у меня. Вот этот коттедж мне так нравится, этот тут вообще классный, как подсвечивается ночью, офигенский, сделан так грамотно. Это не дом никакой этот, это именно коттедж стоит, тут живет. Так что-то там чинно, все так классно.
Погодка сегодня такая вот, тучи, ветерочек какой-то. Пишет, что на улице сейчас плюс 19, вот у меня часы показывают. Плюс 19, сейчас у нас час дня времени. Ну-ка, поярче засветись. Ой. Что такое-то? Вот так вот, плюс 19 вот. Будет вроде плюс 21 максимальная температура. Ну, посмотрим. Так что так начинается наш сегодняшний. Вернее, продолжается уже сегодня, потому что я с утра уже поработал немножко. Поделал свои дела. Вот. Тут боремся с YouTube. YouTube блокирует наши видео. Там музыка проскакивает. Уже загрузил я первый раз. Блокировка прошла. Потом я загрузил ошибочно второй раз, это же ролик. В 6 утра поставил на загрузку. Опять ошибка. Сейчас третий раз получается уже грузим. Думаю, сейчас будет все нормально. Так что YouTube сразу блокирует. Пишет ошибка. Использование чужой музыки. Как они, честно говоря, задолбались с этой фигней уже. С авторскими правами. Вот, так что такие дела. Какой емкости? Ребят, у нас такая штука, может, даже не уже со вчерашнего вечера не слышим ни одного самолета. Не, мы слышим улетающие такие, очень отдаленные. Вот сейчас слышу я. Вот смотри, по файлу Flyradar, вот он летит. Москва, Сочи. Он должен полететь. А вот два, вот еще один взлетел. Вот он должен полететь был мимо нас. Я его не слышу. Господи, что случилось? Нет, когда самолеты взлетают, мы всегда их слышали в удаленности, они летят как-то. Я к Жене говорю, может, мы умерли, поэтому не слышим их. Может, ты выпил со сливки уже? И теперь говоришь, мы умерли, чтобы занять, да? Чтобы я не заметил. Ну, хорошо, вот он идти, сейчас посмотрю. Он должен пролететь мимо нас. Я не машу ему рукой. Это твой флайрадар вообще показывает, где данные, нет никакого самолета. Здрасте, я в Москве проверял, надо... Может, он в Москве? В Вильи, я карту проверял, чтобы у нас на даче все летало, все летало, все. Сейчас правильно. Сейчас какую карту смотришь, Москвы? Это мировая карта. Ну ты, может, уже смотришь, что он в Москву прилетает? Нет, мы в Сочи, вот он летит рейс Внуково. Так, в 13.23 должен приземлиться. Ну это еще не скоро, поэтому... Выключай камеру, сейчас 15. Сейчас, когда приблизится, я покажу вам. Так, ну что, ребята, вот он подлетает, самолетик. К Адлеру. А его нет. Я полностью вижу тигры. Вот он вот летит сейчас на Адлер. Ты же его слышишь? Нет. Капец, ребята. Чего не понимаю. Может, они траекторию изменили? Специально, когда мы отдыхали, летали прямо над нами, чтобы нам дышать. Они все дни намешали. Ну как, нет, конечно, прикольно. Ты выходишь на балкон и... Но если жить так, то это... И смотришь, что летают такие красивые, такие самолетики, так классно вообще. Ну, конечно, жить, конечно, под этим каждый день, нет, это ужасно. А сейчас мы уезжаем, они сменили маршрут. Они, походу, сменили маршрут. Они, походу, на эту полосу прилетают. Может, у них новая полоса открылась? Я попробую увеличить. Давайте посмотрим. Он там приземлился даже. Что-то не прорисовывается аэродром. Ну, понять, в чем дело. Ну, какие данные тут? Какое число? Сейчас, в реальном времени. Боже, он приземлился, все. Москва, Сочи. Не, в отдалении я где-то слышу самолеты, но в большом отдалении. Вот река Мзынт, они всегда летели над Мзынт, вот так вот. А теперь да. Они уходят в сторону почему-то, они сейчас зайдут над... Ну что ж тут Путин? Это канал. Кстати, да, мы вчера ехали, и практически на каждой развязке стоял милиционер, ну, не то, что милиционер, гаишник. Да, это стоял с военным.
гаишник и военный, по два военных, у каждого по автомату. Так, Путин же здесь тусуется. Да, по-моему, что-то тут они... А, может, они закрыли ту полосу для... Для спецборта? Ну да, я думаю, что может быть они как раз что-то такое. Потому что происходит не того, потому что обычно такого не было. Да. Хм. Интересно. Я вот говорю, женщина, я говорю, а ты слышал, что смотрят? Я говорю, давно что-то не слышал. Оказывается, вот что он делал, они другую полосу. Может, ты сделал, может, что случилось на этой полосе центральной? Может, отключил. Странно. Смотрите, вот не загружается флайрадар никак. Хотел полосу показать.